Ну и тут во весь рост, можно сказать, встает вопрос, а смог бы Абрамович сыграть без Руков? Ну, конечно, смог бы. Какие вопросы? Просто никто пока не предлагал. Сейчас актер занят продвижением своего нового фильма «После тебя». Режиссером картины выступила супруга Безрукова Анна Матиссон. Ну а роль ему досталась весьма сложная. Солиста балета, который на вершине карьеры получил тяжелую травму и ушел со сцены. После премьеры я встретился с Сергеем Безруковым и спросил его, потребовались ли ему дублеры. Фильм «После тебя», премьера которого выходит вот-вот на широкий экран. 16 марта. Да. В этом фильме очень много балета. Балета здесь как раз практически нет. Балет в самом финале. Картина не про балет, картина про характер, про человека, который в определенный момент понимает в жизни, что что-то он должен оставить после себя. Что-то оставить после себя. Поэтому картина именно об этом. А балета здесь как раз очень мало. Этот герой, насколько я понимаю, он даже, ну, нельзя сказать, постулирует, но очень это декларируется, что во многом его, я не знаю, счастье, несчастье в том, что он очень одинокий человек. Вообще гений одиночества – это обязательные такие вот спутницы? Я думаю, что такой эксклюзивный случай, когда он действительно закрылся после того, как он был премьером, получив травму, на 20 лет закрыть себя, вычеркнуть себя из балета, которым он жил. Действительно был номером один. Если вот так вот представить, что действительно, ну, бывают такие гении, которые вот в этом искусстве бывают номер один. Так вот он был действительно номером один. И вдруг в одночасье поломать свою жизнь из-за травмы и на 20 лет стать никем. Посмотри на меня. Вот он, я, гений. С этим живут. Это не рак, ты не умрешь. Конечно, детский сад. Это небольшой театр. Дура! Большой театр – это не детский сад! После того, как мы показали на кинотавре, количество запросов Яна Темникова было огромным. Почему-то все думают, что я сыграл очередную историческую личность. На самом деле это не так. Темников – это абсолютно придуманный персонаж. В фильме, в титрах, во всяком случае, нет тайны, кто является дублером. Есть Денис, конечно, да, Денис Матвиенко. Но это выдающийся сегодняшний балетный танцовщик Денис Матвиенко. Денис Матвиенко, да. И я понимаю, что, конечно, можно было выбрать никому неизвестного и плохого. Вы выбрали самого хорошего, самого знаменитого сегодня. Потому что я играю очень хорошего танцора. В прошлом он был действительно номер один. Но нужно же было тогда и во всех остальных сценах быть ему соразмерным. Насколько было тяжело быть Денисом Матвиенко в жизни? Дело в том, что характер. Дело в том, что я не играл Дениса Матвиенко, естественно. Потому что это совершенно другой характер. Я играл Алексея Темникова. Это судьба, которая написана изначально Аней. И здесь не нужно искать каких-то прототипов. Это совершенно отдельный герой. Танец, который есть в финале, современный танец, поставил Раду Поклитару. Он посмотрел мою технику, он посмотрел меня, насколько я могу соответствовать. Он сказал, 90%. Там швы просто не видны. Он сказал, 90% будешь работать ты. Я сказал, Раду, мне 40 с лишним лет. Раду, он говорит, редкий артист балета в 40 лет имеет такую форму, как ты. Работай. Мне важна была еще и оценка коллег. Я имею в виду коллег теперь уже по цеху балетному, потому что я сыграл танцора балета. Сегодня был и Сережа Филин, сегодня на премьере был и сам Вячеслав Николаевич Гордеев, был и Плисецкий. Азарий, была и Мария Александрова.